Приветствую вас, дорогие друзья, и добро пожаловать обратно. В Warlock TD проходит The Tribe, племя. Так, как бы этому Warlock избежать от этого алтаря, который... О, подождите, мы только что собрали этот алтарь. Я думал, он не собирается. А лучше убивать животных, чем пособирать еду, правильно, я думаю? Окей, у нас все утонули. Все утонули. Это я не могу на это смотреть. Если честно, мне больно смотреть на то, что я здесь делаю. По-моему, вот эти вот костры, их надо собирать большим количеством людей, судя по всему. Это, наверное, знаете что? Это, наверное, не просто какие-то костры. Это, наверное, типа другие племена, которые нам, походу, встречаются, и мы можем... И мы можем этих там, типа, нанять себе людей, но... Если нас мало, то эти люди нас убивают. Я думаю, что, как, наверное, так это. Я, если честно, не совсем понимаю, но... Да, это, наверное, другие племена. Точно. Окей, так. Что это за жетоны? Жетон навыка. Кликните, чтобы заняться охотой на привале. Каждый человек добудет один пищи. Ха, у нас вроде есть пока пища. Пока у нас есть пища, пойдемте в холодные земли. Давайте запасемся пищей. Не, да, давайте вот так вот сделаем. Запасемся чуть-чуть пищей, потратим жетон навыка. Еще один. И пойдем в холодные земли. И мы переждем ночь и пойдем утром. Холодные земли в прошлый раз у нас, конечно, не очень прошли. Мы там все умерли дружненько от голода. Но мы попробуем еще раз. Наше племя сможет. Шаман, веди нас. Ты самый умный, самый красивый, самый сексуальный. Вот так. И мы не смогли убить то племя. Может, потому что я затупил. Может, потому что... Точнее, 100% потому что я затупил. Хорошо, собираем носорог. Носорог, это не шутки. Ха-ха, мы как-то с ним ехали в маршрутке. Под номером один. Это что за покемон? Окей, идем туда толпой. Я не знаю, что это было, но мне это не понравилось. Я боялся, что оно с нами может сделать. Воу-воу-воу-воу-воу, птеродактиль. Это был птеродактиль, окей. Это был огромный, здоровый птеродактиль. Если честно, я этого совсем не ожидал. А, этот носорог убил всех. Ах, твою мать. Ну игра. Носороги, значит, носорогами нас убивать будешь, да? Ну ладно, игра. Научусь играть, покажу тебе всех носорогов. Я сам тот еще носорог. Ну, мы что-то куда-то успешно дошли. Мы прошли вторую локацию. То есть это уже прогресс. Уже две локации пройдено. Ну, теперь мы в холодную точно не пойдем. Теперь пойдем в обычную. И переждем. Ночь, вся фигня. Надо было еды пособирать. А, нет, еду невыгодно собирать, когда у тебя мало людей. Олени боятся огня и толпы. Понятно, хорошо. Олени боятся огня и толпы. Да-да-да-да-да. Оп, спокойно, идем по мосту. Так, у нас есть еда, поэтому мы должны призвать людей. Хорошо, очень хорошо. Опять носорог, моя единственная слабость. И он съел пару человек. Ну, пару человек, но немного. Поэтому не страшно. Ну, носорога, я так понимаю, что никак не убить. Вообще никак. Что такое? Это лень прям мимо нас прошел. О, я бог, я волшебник, я рак и отшельник. Блин, я думал, что мы сможем завалить вражеское племя, когда у нас столько много людей. И наши люди попали в болото. Я не знал, что они могут попасть в болото. Я беру на себя вину на все 100%, потому что, ну, как бы надо было догадаться, да, что люди иногда попадают в болото. Обычно в болотах люди... Птеродактиль. Нет, не надо нас есть, птеродактиль. Ты ешь нас. Окей, мы прошли уже несколько локаций. К сожалению, впереди две пустыни. Это плохо. Ну, мы пойдем. Нам нужно все локации пройти, я так понимаю, да? Важен только порядок, в котором мы это будем делать. У нас нам на выбор сейчас дают все равно две пустыни. То есть, выбора как такового нет. Давайте пособираем чуть-чуть еды. Я потрачу вот эти жетоны навыков. Я понимаю, что это может быть неправильное решение. Может, надо что-то другое делать. Но я хотел пропустить ночь, во-первых, насобирав еды. Во-вторых, я собирался как бы бежать днем. У меня нет никакого настроения. У меня и так ни хрена не получается. Вот тут какие-то еще... Вот это моя большая проблема была. Вот эти вот зыбучие пески, которые я не понимал. Так, вот эти птицы...
птицы едят людей. Иногда люди едят птиц. Как обычно, как я хожу в супермаркет и ем птиц. А тут вот птицы решили поесть людей. И у нас нахрен опять заканчивается еда. Две еды. Соберите эту клубнику. Соберите клубнику, я прошу вас. Благодарю вас, мои любимые ребята. Так, вот этого надо избежать, тигра. Еще одна тигра. Хорошо. Обходим. Так, а вот здесь сейчас мы соберем клубнику. Я вам говорю, мы собрали клубнику. Я профессионал. Я чувствую себя богом, повелителем шаманов. Так, убейте вот, убейте ту тварь. А, да что вас будет? О, птицы, птицы, это плохо. Птицы, это ужасно. Мы убили этих птиц. Мы можем убить этих птиц. Я хотел убить это племя, но не получилось. Ну что? А, мы можем использовать жетон. Отлично, у нас был жетон перерождения. Окей, пробуем еще раз. Сейчас все будет, я говорю. Мы теперь знаем, что на то племя не надо нападать с маленьким количеством народу. И еще мы знаем, что мы можем охотиться на птицы. Это все меняет. Это полностью меняет весь план игровой. Большие птицы подлежат уничтожению. Простите, птицы, но такова солявя. Ну, вот с этими ребятами я не связываюсь, которые сидят вокруг костров. Пока что нет. Я не понимаю, сколько мне людей нужно, поэтому не связываюсь пока. Так, вначале будет сложно... Нужно будет собирать всякие растения, чтобы чуть-чуть нарастить мощь. Чуть-чуть нарасти мощь. Ну, на мощь пока что наращу. Оп! Птеродактиль, да-да-да-да. О, тихо-тихо, забучие пески тоже опасная штука. С ней шутить не стоит. Никогда не шути с забучими песками. У меня люди умирают от голода. Они умирают от голода. Убейте, убейте эту ламу. Ох, спасибо вам, что вы убили ламу. Нет! Настроя. Настрой, зато мы в тельняшках. Ух. Окей, нас пятеро. Попробуем убить птиц. Мы убили столько птиц. Мы лучше уничтожители птиц. Ох, я так рад, что я успел в последний момент среагировать и убить много птиц. Так, ну теперь у нас выбора нет. Мы идем в пустыню снова. Ну, если птицы будут попадаться, это очень хорошо. Вот эти бегущие птицы. Если я успею среагировать вовремя и убить их, это будет просто офигенно. Ну что не будет офигенно, это тусовка с вот этим вот... С вот этими ягуарами. Вообще никакого уважения у меня к ягуарам сейчас нету. Ах, надеюсь, сейчас птеродактиль не прилетит, пока мы по мосту бежим. Но я надеюсь, что игра не такой мудак. И не будет на меня птеродактиль насылать, пока я бегу по мосту, где не могу от них уклониться. Так, ну что, птицы, идите сюда. Умрите, твари. Давайте чуть-чуть людей призовем. Люди не призываются, мало еды. Нет! У нас есть еще один жетон. Окей. Я случайно слишком рано разделил племя, оно все спрыгнуло в забучий песок. Представьте себе эту картину. Идем мы такие через мост всем племенем. Тут шаман говорит, прыгайте в забучий песок. Ну а что нам? Мы шаману верим. Он нас до этого не подводил ни разу. Ну, кроме вот этого раза, когда он тоже сказал всем прыгнуть в забучий песок. Ну, что сделаешь? Шаманы, они такие. Никогда не доверяйте шаманам, цыганам и всем остальным. Ну, цыганам можно, если они не пытаются у вас украсть кошелек. Если они пытаются у вас украсть коня или кошелек, тогда не надо им доверять. Окей, пробуем еще раз. Новый забег, новая жизнь. Теперь мы... Намного больше опыта у нас есть в этом деле. Так же мы сейчас всех порвем. Ну, кроме вот этого оленя. И вот этого носорога. Этот носорог всех нас убьет. Ну, подумаешь, половина племени утонула. Ну, с кем не бывает, да? Я все еще не совсем понимаю, как этого... Как носорога оббегать. По-моему, надо просто рассыпаться, в рассыпную уйти, и тогда он ничего не делает. Пока что идет более-менее. Сейчас мы призовем народу чуть-чуть и попробуем вот этих ребят убить. Да, мы их убили. Но не думаю, что мы сможем убить больше их. Так, хорошо. Да, мы смогли убить вражеское племя только что. Ау. И только что мы провтыкали, блин, шамана. Ах, на вражеском племени. Вражеское племя надо мочить большой толпой. Я не уверен, сколько конкретно народу нужно. Пойдемте теперь в этот... В лес. Это тот лес, где эти плотоядные цветы лазят, да? По-моему, да. По-моему, это как раз тот лес, где плотоядные цветы. С плотоядным... Ах, носорог, пожалуйста, не делай этого. Спасибо, носорог. Я люблю тебя до слез. Так, у нас кончается еда.
Вот, наш шанс пополнить еду. Давайте, ребята. Нет, они все упали в болото. Это было болото, это были плотоядные цветы и все такое. О, плохо. И птеродактиль. У нас два человека, и у нас заканчивается еда. Ну, что я вам скажу? По этому поводу. И у нас все умерли, остался шаман, который тоже умер. Вау, эта игра намного сложнее, чем мне казалось. Но я думаю, не стоит унывать. Я думаю, все получится. Давайте еще раз попробуем. Надо просто механический навык выработать, распределение отряда. Мы проигрываем все время из-за технических неполадок с прохождением мостов и все такое. Оп, в кучку, хорошо, хорошо, очень хорошо. Оп, разделяемся, мочи оленя. Олень, без шансов. Я думал обойти этого тигра, но что-то не получилось. Хорошо. Что там, еще олени? Ага, я там вижу лев в кустах притаился. И съел кучу наших людей. Ну окей, у нас все равно, у нас много людей. Пока что. Хорошо, обходим носорога, который все равно съел пару человек. Прекрасно, еда закончилась, чудесно, сейчас все умрут нафиг, едим своих людей, потому что делать? В тяжелую минуту иногда приходится есть своих соотечественников. Такая фигня. Окей, шаман убит, все убиты, все умерли. Нет, шаман не умер, шаман жив. Но нам придется съесть еще пару человек. Хорошо, охотимся. А, я думал, мы успеем убить оленя. А что это за красные жетоны мы насобирали? Жетон ярости. Кликните, чтобы запугать костровых и присоединить к племени 8 человек. Окей, отлично, я согласен. Теперь добудем пищу жетонами навыка. Я не знаю, нужны эти жетоны, не нужны, но я их собираюсь все использовать. Потому что без них что-то у нас не получается. И пойдем в пустыню. Пустыня мне так-то понравилось, более-менее. Особенно вот эти двухногие птицы, с которых куча еды. Если успеть вовремя на них среагировать, они много дают. В пустыне проблема в том, что плохо видно зыбучий песок. Ну, может, мне просто плохо видно. Может, я слепая собака. Пью. Обошли, хорошо. Так, тут надо обойти вот так. Собираем траву. Трава! Собираем животных. Отлично, мы набираем еду. Давайте людей еще призовем. Пускай будут. Все-все в кучку. Зубучий песок, это вам не шутки. Мы как-то с ним ехали в маршрутке. Окей, эта шутка устарела. Я ее не буду больше использовать. Хорошо. По-моему, мы пройдем. Мы пройдем, мне кажется. Еда кончается. Съедим немножко людей. И тут зубучий песок прошли. Да мы чемпионы. Поныряем в бетон. Снова еда кончается. Ну, придется есть своих людей. Что тут сделаешь? Что тут сделаешь? Пришлось съесть своих людей. А, птицы. Птицы, это наш шанс. Объединиться в кучу. А, птицы сбежали. Так плохо. Так плохо, что птицы сбежали. Но мы дожили. Мы дожили до ночи. К счастью. У нас снова есть жетон ярости. Я не знаю, нам людей есть смысл ли присоединять вообще. Мне кажется, мы не можем присоединить себе больше людей, потому что у нас смысл, у нас и так людей нет. Хотя надо было их присоединить, а потом съесть. Надо было ярость использовать и этот съесть пару своих человек. Я дурак, полный. Идиот. Мы все умрем от голода. Остался один шаман, и он тоже умер от голода. Ошибки на ошибках, ошибками погоняют. Окей, 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 окей. Давайте еще один на пасашок. Мы сможем это сделать. Мы уже понемножку лучше начинаем разбираться. По чуть-чуть мы начинаем понимать, что зачем делается. И, ну как, все равно куча механических ошибок, которые мешают успеху. Прям как у меня в жизни. Что за нами этот, какая-то тень по небу плывет. Вы видите, что делается? А я сосмотрелся на тень и все испортил. Я все испортил. История всей моей жизни. Собирай. Так, 4 ряда. Хорошо. Идем вперед. Так, тут я новых людей призывать не буду. Конечно, люди ночами делают новых людей, но не сегодня. 2 ряда. Хорошо. Отлично. Молодцы. А теперь умирайте от голода. Хорошо поработали, теперь умирайте. Ешьте оленей.
Ну, более-менее, мы более-менее сейчас идем. Вот этот носорог может все испортить. Ну, не то, чтобы совсем испортил, но... Хорошо, и... Ночлег. Окей. Еды мало, еды мало. Надо съесть вот эту еду. И давайте запугаем костровых. То пускай к нам люди присоединяются. А теперь мы пойдем... Ну давайте в тундру попробуем еще раз. Пищи недостаточно, чтобы ночь переждать. Так что будем идти ночью. Я жалею, что я в тундру пошел. Я ее плохо знаю. Тут болота эти, которые я никогда не замечаю. К счастью, у нас есть огонь. Что мы хотя бы просветить дорогу можем. Что мы не в темноте идем. Я слышу носорога, да? Да. Оп. У носороги боятся огня. Видите, что делается? Я надеялся, что мы сможем победить. Я надеялся, что мы сможем победить это племя, но не получилось. И у нас теперь нет огня. Хана. Сливай воду. Сливай воду. У нас два человека осталось. Два человека это плохо. Давайте хоть светить огнем. Если мы дойдем до конца этой локации, то все будет окей. Но я не вижу, как мы дойдем. Ну, может быть. Идем еще ночью, блин. О, мы дожили. Мы дожили, мы чемпионы. У нас, правда, нету красного этого жетона, чтобы призвать больше людей. Но мы точно сейчас не пойдем в пустыню. Не, Дэвид Блейн, никакой пустыни. Так. У нас есть призыв людей, так что мы их призываем. Раз и еще раз. А-а-а, я понял. Носорога можно запугать огнем. Все, все, это отлично. То, что мы носорога научились запугивать огнем, это просто замечательно. Это значит, что я не полный дебил. Ну, это абсолютно не значит этого. Ну, тем не менее. Я предпочту думать примерно так. Так. Этот олень должен быть убит. Хорошо, еще один олень. Огонь, огонь, огонь. А-а-а! Мы, конечно, остановили носорога, но не навсегда. Так, два ряда. Хорошо. Есть смысл идти все время с включенным огнем, я так понимаю. Чтобы запугивать всех злых ребят. Хорошо, проходим здесь. Так, теперь включаем руки, собираем траву. Призываем людей. Так, немножко травы, немножко огня, немножко копьев, людей. Еще призываем людей. Окей, у нас 20 человек есть. Мы понемногу выбираемся из ямы. Теперь у нас есть жетоны. У нас есть жетоны пищи. Давайте их используем. Используем жетоны пищи и пойдем... Пойдемте вот сюда. Да, пойдем в дождливый лес. Попробуем еще раз. Дождливый лес пока что у нас хуже всего, если честно. Нет, ну, дождливый лес и холодная локация на уровне плохо у нас проходятся. Так, ну тут, я думаю, мы должны победить. Да, мы победили, отлично. И тут победим. Чудно, мы просто всех порвали в клочья. Нужно ли нам больше людей? Нам нужно вот этого носорога, во-первых, оглушить. А теперь нам нужно насобирать. Сколько людей в болото упало. О, не-не-не, Дэвид Блэн, не-не-не-не, я так не играю. Нас съели цветы. Цветы нас съели в дождливом лесу. Я забыл про плотоядные цветы. Ну, блин, в следующий раз помни о плотоядных цветах в дождливом лесу. Запишите на бумажку. Где моя бумажка? Так. Записать. Помни о плотоядных цветах. Все, записал? На следующий раз не забуду. Вот, я надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, подумайте над тем, чтобы поставить внизу лайк. Это очень помогает каналу. Хотите смотреть продолжение, конечно, подписывайтесь. А я благодарю вас за просмотр. Мы с вами обязательно увидимся в следующий раз.